Растопырку. Растопырку делаем. Хорошая растопырка. Как бы ее еще растопырить правильно? Ай, короче говоря, сейчас это аккуратненько срежем все. Фикс. Это растопырка с Москвы. Он меня балует подарками. Это Николая посылка. Николая маленько опоздала. Это было 23 февраля. Посылка. Она опоздала, потому что у нас почта там сломалась. И туда-сюда. Короче, сейчас будем рассматривать. Тут 8 марта девочкам. И 23 февраля. Так. Спасибо большое. Пойдем. Подожди, если ты покакал, сиди молчи. Дай ему бумажку. Вытереть какашку. Пойдем. Смотри. Мам. Мама. Мам. Ой, как баска. Спасибо большое, Николай. Спасибо тебе. Правда, баска. Блин, отсвечивает. Потом на руке на моей увидите. Еще говорил, надеюсь, понравится. Конечно, понравилось. Спасибо большое. Мне на 8 марта. От Николая. Сейчас мне Сабрина это оденет, поможет. А эту я уже дребедень могу снять вот так вот и выбросить ее, так сломать. Спасибо большое. Так, костюмчики будем смотреть. Мелкому где-то тут Зарине и Максуду. Будем сейчас смотреть. Костюмы. Так, это кому-то. Я распечатать прям не хочу, чтобы потом не свернуть. Это Максутки. Понятно, что тут мячики нарисованы. Футболист будет у меня. Не, у меня не будет футболист, он у меня будет один. Драться пойдет. 4 года я его отправлю. Так, вот это я тоже распечатывать не буду. Вот так вот. Это тебе, Зарина. А что надо говорить, что он гукает, что? Спасибо, Николай. Дядя Николай, дядя Коля, это Сабрине. Это Сабрине, наверное. Наверное, не и знаю. И маме. Это Зарине маленькая. Зарюша. Так, дай сюда. Вот тут еще что-то я нашла, подожди. Я не успела, короче!